Поехали. С чем он болен? Стой, внимательно смотрим. О. Подожди, не хватает рук. Угу. Нужно руки заменить ему. Понял. А, война. Нужно, ну, сменные где? Где сменка его? А, сменка вот. Но здесь ни одной нету. Но есть ноги. Вась, 5 минут у нас есть. Забыл, что ли? Ну, Вась, там написано, что двери, что опустошено все. Нет рук. Значит, в другом месте есть где-то руки. Вот, 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 две руки есть. Но там закрыто. А, вот, вентиляция, Вась. Вентиляция. И, а, надо... Спасибо за донат! Я помню. Это первая Шалом, миссия. Братья-мусульмане, цена пива. Спасибо. Вентиляция, Вась. Вентиляция. Не проходит. И, а надо как-то, чтобы кто-то достаточно маленький смог при... Ни слова больше. Неси руки, Боб. Где пациент? Дайте нам пациента, бля. Дай пациента. Учти, они очень... Они очень мягкие. Вот всякие движения типа вот таких. Вот типа вот за ухо взял его, потянул и все. И поэтому будь аккуратен, понял? Вась, не надо ковыряться. Надо вылечить... Надо вылечить... Арамейский закончился. Так вот, надо будет это... Выкроить время и с Серегой продолжить ее проходить. Там интересно сюжет развивается на самом деле. Там есть загада. Загадка. Говорите, нет. Ты вырвешь это на место, положи на место. Это мозг, правильно? Ну. Блять, сам ты мозг, это кишечник. У тебя, возможно, да, но у этого чувака это был пищевод. Ёп, положи на место его. Пищевод, смотри. Пищевод, тоже хорошо. А, главное, не делай никогда вот так. Ебать, это что? Да так, по-моему, даже моднее. Конструктор, блин. Слушай, ну может быть. Нет, верни! Твои... Ой, а вот это нельзя было сделать, да? Там кровь доливать надо, останавливать кровь. А, можно, да, там можно доливать, там надо останавливать ее. Там есть специальный шприц для остановки крови. У него кончилась кровь, блядь. Вась, какие тени просто. А, ты посмотри, какие тени, какие цвета. Вообще игра очень красивая. Вот серьезно, вот смотришь на все это и понимаешь, что. А что это моя квартира, если Полина меня одного на год дома оставит, я примерно так же зарасту. Это комната похожа на твою студию в день, когда Арсен собирался переезжать. Когда он жил, я сдавал Арсену квартиру, это была ошибка реальная, я примерно вот так она и выглядела. Это именно переезд. Не-не-не, Вась, нет, на самом деле нет, я тебе объясню почему. Смотри, мусор в пакетах. Так это его вещи. Понял. Не, мне прям нравится. Мне очень нравится визуал этой игры. Прям очень. Но почему все закрыто? Все двери, вот все двери, все закрыто. О! Да ебать, это хоррор или что? Сука! Посмотри, какой он добрый! Как его вообще можно было испугаться? Ах, слушай, ну я типа вообще не был готов к этому. Я бы научил его пользоваться дверями, но они все закрыты, поэтому отчасти я его понимаю. Смотри, а давай его так оставим, но починим при этом. Подожди, давай. Ему нужно пересадить сердце. Ну ему хуй, прикинь, как он может быстро бегать. А теперь... Или что? Я хочу посмотреть, подожди. Как он хлопает. Подожди, я хочу подумать. Вась, вопрос пиздец философский. А что теперь значит ходить для него? А? У меня другой вопрос, и вообще их не мучает вопрос теперь, как он будет садиться на туалет посрать, как он будет ссать, как он будет подтирать жопу. И как он будет, сука, есть! Да. Загадка Жака Фреско. Что за флекс? Вася, у него очень мало крови, подожди, не трогай, главное, сейчас мне нужно кровь ему пойти ебануть. Вася, это его сердцебиение такое быстрое, это не флекс. А, это сердце хуйнет? Сейчас, подожди, сейчас все в порядке, я ему сейчас вколю немножечко крови, а то он потерял много крови после этой операции. Вась, колю ему в подмышку или в пах, я не знаю, я не определился пока. Вроде так лучше. Ты закончил, блядь. Вась, мы серьезными вещами занимаемся, пожалуйста, отойди от него, блядь, не занимайся хуйней. Рви бабу ебало. Прекрасно. Только руки. Вась, морская звезда.
Самое главное, Вась, у такого клиента будет минимум претензий. Хотя он сможет написать заявление в полицию и жалобную книгу все исписать. А что, что мы ждем? А, 70 секунд. Один. А вот и она. Так, почти все, кроме него, что-то знают. В плане? Ну, в плане, у них же какой-то уровень есть. А, 25-й, 25-й, 1-й, 1-й. Ну, короче, у них 50 на 50. Угу. Один игрок не готов. Генрих Рыжий. Ты не готов. А, потому что он забрал, придется мне быть... Келли Максвелл. Да, ты похож на какую-то придорожную шлюху с американского вестерна. Точно так. Забавно, я рыцарь. Тем временем я Мэйню Келли. Ну, это называется человек вообще не в курсе, что за вселенная и не смотрел сериал. Но она, да, она очень похожа на сериальную. Брали внешность явно с актрисы, как и этого, как и Паблитто. Угу. Удивительно, что это и нет. Играешь во всех его ипостасях. Удивительно, кстати, что нету этой, как она называется, Зены Королевы Воинов. Актриса это. Да, она-то как бы, ну типа... Ну она так-то демоница. Но она типа... Я пытался ничего такого не говорить. Она как бы, ну они туда-сюда. Они все равно смотреть его не будет, этот сериал. Это же не Эйфория. А, ну да. Ну она просто ж, она и туда, и сюда была. Поэтому могли и туда, и сюда впихнуть. Ну да, Эш же всякий есть, со всех периодов. Американская проститутка. Я не знаю, что у нас может быть общего. Наверное, заболевания венерические, разве что. Ладно, хорошо. В этот раз нужно сделать так, чтобы меня сразу не загандошили. Слушай, я знаешь... Швабра беру. Правильно. Вот этим и занимайся. А рыцарь настоящий пойдет заниматься настоящими мужскими делами. Что делают рыцари? Срут прямо в доспехах. Водят автомобили, блядь, водят. Нихуя, я рыцарь за рулем. Но, да, и во всем этом есть один большой минус. А, вы все сели в машину, но я не знаю, куда ехать. Едем защищать Некрономикон. А где он? Где? Я не знаю. Вась, блядь, я честно говоря... Мы приехали. Вот проблема и решилась. Это тупо я. Сердечко новое. Да, обычно так всегда. Ты что, мудак? Господи, ты что такой конченый сегодня? Компьютер выебывается, что-то тупит. Да-да-да. Едем. О, едем это. Едем не по дороге. Так быстрее. Оп, перевернулись. Все, мы приехали. Да. Причем я уже стою вне машины, потому что знаю, что это все бесполезно. Мы приехали. Вот проблема и решилась, ёпта. Сердечко новое. Окей. Он нездоров, говорят. Не, ему не хватает все-таки. Неужели у Джохана не было скримеров? Он, неужели он не пугался? Ну просто жопа хитрая, не вставил это. Его ебанька. Не-не-не-не-не, Вась, не-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 не, хорош. Нам это пригодится. Компьютер говорит, что все-таки ему эти ноги и хлебало нужно было. Зачем-то. Ладно. Рви руку. Я хотел сказать ногу, но понимаешь, это за глупости я говорю. Позвольте бы пожать вам вашу крепкую руку. Все в порядке? Вась, да не раскидывай его конечности! Мы еще не знаем, что из этого может нам пригодиться. Рви, Вась, ты за член схватился. Рви. О! Не-не-не-не-не! Тихо. Подожди. Вась, шприц нужен. Желтый шприц. Что ты делаешь, блядь? Ну ставлю обратно. Он пытается поставить обратно и делает только хуже. Я уронил, сука. Так, а где нога, которая... А какая нога, которая... Блядь! Какая нога новая? Ладно. Ну вот это старая. Вот это старая. Ну тогда это новая. Ладно, рви так, всё, ногу. Давай. Дай пятюню, братиш. Вась, аккуратней. Опа. Это не та нога. Конечно. Я ждала, когда он поймет. А я не мог присмотреться, но теперь вижу, что это не та. Да, не та. Слушай, а его устроит эта нога? Не, Вась, его не устраивает. Какой привередливый, ты посмотри, а. Готов? Вот это та, да. Нет, блядь. Охуенно такой, оторвал ногу, стоит в стороне, кровь хлещет, такой, готов? К чему? Все? Супер. Нормально. Выброси это, пожалуйста. А куда мы голову дели? Я не помню, кто-то выкинул ее. Я только что понял многозначимость поговорки. Одна нога здесь, другая там. А это здесь имеет большое значение. Я не помню, где голова, серьезно. Я в какую-то урну кидал. Я не помню, где. По-моему, на втором этаже. Вась, вот она. Но у меня есть проблема. Вась, есть проблема.
Нет, это довольно... Голуби. Это довольно глубокое ведро. О, а ты выбил ее. То есть ты выбил ее. Не-не, все. Застрял! Да, и у тебя как-то получилось сломать ведро. Ну все, что ты делаешь? Убери эту фото. Ладно, отрываем руку. Ой, а все? Все, его все устраивает. Excellent. Все нормально. Вась, это тебе... Это тебе... Чаевые. Короче, здесь все решают головоломки, чтобы вырабатывать какую-то энергию. Я так понял. Но людей нигде нету. Мы очнулись, нихуя не понимаем. А еще я половину текста не читаю, поэтому я, ну, еще больше не понимаю. Поднимайте и перемещайте кубы, затем выполняйте перемотку. Это один из кубов, который открывает эту залупу. Это лифт, очевидно. А, ну так все просто, здесь все охуительно просто. Все же, блядь, элементарно просто. Здесь просто все элементарно. Для таких гениальных, как я, эта игра проще простого. Пока что. Сейчас будут задачи посложнее. Не для имбецилов, я уже там буду, наверное, не очень. Да, я, по-моему, ключ запрашивал, и мне сказали, хуем брейся. Я подумал, что это какой-то шутер, и такой, а похуй. А это головоломка. Эффективен. Ну ладно, это, ну типа что? Ну это ж просто. Ну я хочу дать им что-то сложнее. Но я не настолько неумный, как они думают. Я же не все-таки не это, мне реально не 2 года. Дайте мне головоломку! Ну вот. Ну вот. Это как хорошо. В обитель зла. Сейчас я буду ехать и разрезать. Я сразу могу сказать, что я все знаю и все понимаю. Но я единственное, что я не понимаю, я не помню, как его кинуть. Как кинуть? Подожди, Вась, как кинуть? Мы же кидали, типа, мяч. Его же тоже, типа, можно кинуть или нельзя? Ага, понял. Это разрубает его. Не, ну подожди, как-то можно было бросать предметы. Я только не помню, как, на какую... Не, на правую кнопку мыши, точно, но он не кидает сейчас. Боюсь, что здесь какое-то тупое решение. И запрыгнуть нельзя. И эта штука разрубает, он же получается. Что-то я не такой умный, по-моему. Да, если прикоснуться к ним. Ну, очевидно, ты же понимаешь, что будет. Ну что будет? Вась, ну, по-моему, вполне очевидно, что будет. Мы что, долбать? Мы да не нет, будем же. Может, это... ты, может, тебя убьет, может, ну, тебя очевидно же, током, очевидно может, же, просто. Очевидно. Ну, надо узнать, что, бля. Что нихуя не будет, и мы зря тут 1.5 часа мозги ломали. Меня напрягают наши эти сокомандники. Они очень громко базарят голосовой чат, и меня напрягают этим. У них как будто микрофоны, не микрофоны, а просто ведро огромное, вот эти вот, понял, как в детстве делали вот это вот. Ну, главное, не сококакники. Вот за мной приехали на машине. Кто? Ну, какой-то поляк, я полагаю. Мы с ним едем. Куда едете? Далеко едете? Он перевернулся, он водитель очень хуй. Мы едем, бывалим боком, но только не в том понимании, как ты мог подумать. Ага. Реально боком. Ну я понял. Ну не суди по человеку, потому как он водит, это же не всегда показатель того. Блять. Вась, он валит крышей. Да Вась, да я это вел машину все это время. Да. А это ты? Да. Хуёво у меня с вождением в этой игре. Вась. Я чувствую, что я в верном направлении иду, но у меня очень жопа толстая, никак не могу туда залезть. Но там нужно что-то, вот, я точно помню, там что-то надо. Но я не могу пролезть туда, да это неудобно, да? Как я оказался здесь? В смысле? Я в другую сторону шел, что это? Вась, там, короче, рычаг был, и мне нужно что-то вот длинное, чтобы... Ты сюда не должен был залазить! ...его нажать. Но, есть, Вась, один большой минус. Я не знаю точно, зачем этот рычаг... Наверное, он дверь открывает, скорее всего. Я надеюсь. Вась. Ну почему? Почему? Почему он такой тугой? Хотя, может, в другую сторону? Может, в другую сторону? Ты застрял. Давай. Просто полез посмотреть, что там. Давай. Походу, я застрял. А, подожди, а что толку-то? Не, а что толку-то, серьезно? Подожди, а что? А смысл какой? Подожди, а в чем смысл, блядь? Вась, не ходи сюда, долб***ь! Застряли. Поздравляю. А попробуй выйти. Не знаю. Вась, ну все. Это ловушка. И я в бутерброд уронил, понимаешь? Тебя скручивает. Вась, я уронил бутер. Я теперь не могу опустить рычаг. Ну ебать. Ну ты серьезно? Ну все, это вот такой конец?
Я представляю, как их найдут, как их трупы найдут. Их еще придавит, раздавит, раскурочит. И они просто, знаешь, такие два человека совмещенные будут. Выдавленные. Я вспомнила, как недавно вышла эта Мария не смогла протиснуться в одном месте, когда была в низине. Когда все уже другие оттуда ушли. И зона же шла. И она, короче, запаниковала и никак не могла оттуда выбраться, бедняга. И Кайвести уже на нее такая: а, ты где там? Зона идет, времени нету. Какая зона? Там, если ты по времени не успеваешь, зона начинает сужаться, тебя может убить. Ага. Поэтому нельзя слишком долго лутаться, например. Я не видел зону ни разу. Меня она разочек убила. Ну, я же говорю, там есть элементы батл-рояля. И сбор вот этих предметов, вот это вот все. Да, и это... я тоже такой человек, такой, меня начинает подгонять, такой: а, что, куда, я застряла. Братик, я застряла. Получается. Блядь, так. У тебя есть что-нибудь с собой, бутербродом или... Вася, фу, блядь, какой ты... Ты видела? Блядь, у тебя есть что-нибудь с собой, бутербродом или... Вася, фу, блядь, какой ты конченый. А если вырвать эту палку? Вася, палку эту вырву, прогрызу. У вас у тебя крепкие зубы? Или руки сильные? Достаточно. Усы сильные. Вась, перевязывай и усами красивые. Вот эту вот палку и вырывай, выдергивай. Ты не даешь мне подойти. Я чувствую твои устики на своем анусе, уйди! Видишь, он же это, за яички-то схватиться пытался. Да. Но он же враг, они же типа эти, хирурги. Да. Он это, простату проверить хотел. Да. В тебя кто-то вселился, что ли? Дай сказать, А, в нашего вселились. Садись в мою машину. Сажусь, все, сажусь. Убегу. Садись. Ой, хорошо, как красиво. Садись. Блядь. Давай, валим. Да сел, валим, блядь. Что это? Неважно, уезжаем. Ай, блядь. Спасибо за просмотр. Да, спасибо.